Сегодня пятница, и так начинается мое рабочее утро. Вот пакетик мой с шапочками, шапочками. Сейчас я его погружу. Ой. Нелегко было. Пойдем вывешивать. Ну, начинаем. Начинаем. Шапочки. Тепленькие. Пушечка какая. О, пришита. Вот такая тоненькая. Двойная. Шерсть, ангора и вискоза. Взять себе какую-то. Наверное, черную. Теперь стоит дилемма, какую себе шапку выбрать. Может быть, вот такой кислотный берет себе. Вот такие они еще синенькие. Teil meeste nahkindaid ka on? Ei ole. Aga ainult see paksusi villased. Ei ole, kõik on õhukased. Meeste ei ole ja ainult naiste. Ainult naiste. Mm-hmm. Aga teate, siis ma paluksin võtta need taldasi, mis teil seal on. Mm-hmm. Aga mis suurus on? 38 ingale. 1 euro, 1 kord. Võtan 2 päevi siis. Mm-hmm. 2 euro. Так, ну я сделаю вам скидку. Сейчас скажу. Полная цена 20 евро. Давайте тогда 16. Как тебе дать? Погоди. Мелкими, вот если есть, потому что у меня что-то какая-то проблема с мелкими Подожди, деньгами. Подожди, я еще достану это. Сколько надо, Люда?
16, значит, всего. Там один миллион. Люда, сейчас, руки сейчас не работают. Сейчас. Вот я один возьму. Да. Угу. Подождите, а может вы мне еще разменяете что-нибудь, нет? Двадцатку не разменяйте здесь? А, нет. Так нет. Мелких тут тоже столько не наберется. Смотри, не знаю. 3, 4, 5. Нет, не вот. Ладно. А так, почему? Вот это я взяла. Смотри, вот это. Сколько тебе надо? 20 менять? Да. А, так нет, они нет 10, нет, да. Нет, вот нет. Я взяла 16 евро. Ага. А теперь еще хотела сказать, Люда, чтобы деньги не транжирить, у меня дома есть, мне одну сумочку на центральном подарили бесплатно, через плечок, потому что я кошелек потеряла. И шофер позвонил туда, и мне вернули с деньгами, с документами. Да, как здорово. Хорошо, что на улице у машины, потому что я черная не вижу. А вторая серенькая через плечо. И я не буду теперь, наверное, лишних сумок покупать. Куда? Ну так а зачем вам, да? Да. Кстати, шапки получили. Да. Вы видите, с козырьками получили всякие. Ну это я так, для информации. Да. Счастливо. У меня там уже другие старые. Что-то можно поновее. Ну сейчас хорошие цвета, красивые такие, смотрите. Вот мне нравится. Прямо вот приятные такие. Мне нравится вот это, ванна-роза. Сейчас я примерю. Потому что у меня голова 53 сантиметра. Я пойду просто примерю. Так, здесь тоже есть ванна, можете. А сколько? Так, я не помню, сейчас цены разные, одни дороже, другие дешевле. Написано. Эти 15. Очень хорошие. Да, знаешь, тогда немножко щеки бледные. Да, ну цвет красивый, да. В этот раз вообще шапки очень красивые цвета. Осенне-зимние, да? Ну да, вот сегодня получила. У тебя их больше нету. Вот все, что на столе выложено, это все и все. Вот они вот. А которые потолще? Потолще, ну вот эти с заворотом, вот эти. Да. Вот, потом эти, смотрите, с козырьком. Не смогу. А, да. Моська маленькая. Потому что некоторые очень хотят эти с козырьком. Потом вот такие типа а-ля шляпки. Смотрите, у нее какая теплая. Голова маленькая. Да вы думаете, она смотрит? Лица не видно будет. Вот. Лица не видно будет. Вот эти одного, а здесь потеплее. Эти, да, эти толстые. Ну, такие, они, видите, они двойные. Вот пойду вот эту померю, которая тепленькая. Здесь. Шерсть это уже, ну и акрил, и полиамид. Чтобы голова побольше Люды была. Да, побольше. Барахла, здесь, да, здесь и заворот. Барахла много, если там бабки возьмут, все отдам. Пусть носит. А это сколько, Люда? 20? Нет, это тоже 15. Которые, видимо, с Ангоры типа дороже, да. Нет, ну поеду, но до Нового года не знаю, это еще далеко. Люда, если честно, чуть поярче. А это, видите, сейчас, видимо, так мода, потому что, посмотрите, вот пришли, видите, все вот такие цвета. Вот, ну такой розовый же. Не-не-не. Ну, нет, вот все такие цвета. Вот, пожалуйста, вот бежевый, вот серый. Вот. Не мой цвет. Я сейчас вообще по-русски говорю. Вот это уже мое. А к сожалению, я ничем обещать я не могу. То, что... Ну ладно, пускай. Как говорится, что есть, то есть. Так, спасибо. Да, тебе за что мы расплатились. Еще хотела спросить. Опки. Вот на ту. Вот это подойдет. Вы имеете в виду, чтобы скрепить? Да. Но вы думаете, она будет держать, она же все-таки. Ну хотя можно на края прикрепить, почему нет? Да. Почему нет? Это смотрите. Оттуда. Это она... оттуда, с Калининграда. Да. Это этот. Янтарь, да, настоящий. Ну красиво, да. Знаешь, где у меня янтарь у мужа? На холодильнике в прихожей.
и бусы, и колонны, и вот это. Это такая у нас бижутерия. Это лучше. Да, она лучше. Так будет по, да, 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 по, да, поинтеллигентнее. Ну да, это маловато. Да даже нет, она ну как сказать, не то что попроще. Ее незаметно будет. Я думаю, что та, да, интеллигентнее, вы правильно сказали. Угу. Вот кто ее, да. А у племянника целый, ну, пакет бумажный. Угу. И дал только мне одни бусы, угу, на шею, потому что, угу, у сестры была, угу, толстенькая шея. Людочка, да, до встречи. Хорошо. Буду, да, к тебе заходить. Заходите, заходите. Это теперь вот от мужа подарки будут. Они мне другие кто-то идут. Лучше пускай денежки. Вот это инкара. Мы панеме селька. Людочка, до встречи. Да, все, всего хорошего. А, Люда, это детские... В смысле платки? Да. Ну, не знаю, детские или взрослые. Носовые, да? Да, я сейчас покажу. Так, помню. Это? Это я не помню, не то Казахстан, не то Кыргызстан. Вот такие большие. Сколько это стоит? 1 евро, 1 штука. Вискимент весь соли. Ой, я. Май, май, да. Да, на. Это раньше было, у нас были чешские. Под кроватью у меня лежат. Они говорят, что за, ну, там, откуда мы получаем, у них не пришел еще этот контейнер, так сказать, с платками. Сейчас, подожди, достану другой пошелек. Я уже забыла, какие вы брали. Вот эти бежевые. Там, да. Так живот, а знаешь, даже была сегодня там в бывшем Марье, там открыли салон. Какие лифчики дорогие, 15-18 евро один бюстгальтер. А я слышала, что там что-то открыли, но я такие, Люда, самые, ничего не видела. Выбери мне бабки на уход, ну, не вот очень смотрите. Яркий. Ну, какой не яркий? Яркий. Да, моя хорошая. Какой? Вот сиреневый, наверное. Сиреневый, пожалуйста. Да. Ну, возьмите... Вам два, да, за эту цену. Так, Людочка, дай пакетик, а то там жрачку понесу, целая сеточка. И в начале месяца приедет Марина, если пропустит, из Нарвы. Тебе тогда пакетиков красивых подарю. Хорошо. Знаешь, вот другой раз мелочь, а положишь туда, вот как доктору. Ну, конечно. Маленькое это, кофе, и это, он говорит, Вера. Вера, зачем вы меня так балуете? Я вам и так помогу. Ну, как да, вы похудели. Ну, да, гакахью. Жалко, что нету мужа. А сделали ему операцию, он ходит такой, как Мишка. И туфли такие, когда, если в отделение приходит на 10-й этаж, то сразу слышно, что это мой доктор. Ну все, до встречи, Людочка, ну, пока. Счастливо. Теперь приоделась, подновилась. Ну, вы будете теперь невеста прямо? Вчера же была у Славы там. Да, да. С подружкой поехали, шофера отстегнула побольше. И Таня чирик-чирик, и соседи цветы поменяла, и альпикани положила. И говорю, Слава, я еще не готова сюда. Надо все сделать дома, все. Ну вот, и Томас, и все. Вот. А вам будет какая-то помощь? И у вас хватает пенсии-то на 690 пенсия, и 27 это инвалидная. Вот. А Томас сказал, как только вот это сделаем, ну, каждую неделю не могут, ляльку в садик, а там она 2 часа с ней, она домашняя. Вот. А так вот Томас вчера говорит, не могу, тетя Вера, к вам приехать, после 20-го в Шведбанке все сделаете. А потом говорит, у меня свой есть юрист-адвокат, и тогда все сделаем. Он говорит, я дал слово другу, моему сыну Олегу и дяде Славе, что я вас не брошу. Вот, это надежный человек, а племянник, не знаю, приехал, не приехал, не звонит. Так, а вы квартиру кому, например? Томасу. Томасу все-таки. Ну, и Алена... Ну, он помогает вам ведь всегда, правильно? Так это уже сколько лет? Да, сколько я уже знаю, да, вы да, рассказываете, да, он всегда, да, да. И пошла я, всего ну, доброго. Да, давайте, счастливо. Теперь подновлюсь, уже буду мадам. Да, да, да. Пойду на балет, Томас, не-не. Сидите, тетя Вера.
А ведь вот слово-то гей. Гей. Вам дядя Слава не разрешил бы. Сидите, вам там не надо. Это только я туда пойду посмотрю, как это все делают, как режиссер постановки, геи со всего мира, представляете? И туда, и билеты, и не достать. Да. Ну, какие теперь вещи. До встречи. Да, счастливо. В общем, сегодня такой у меня день. Бабушки, болтаю с бабушками, вот шапки все это самое выложила. И тут куртки сверху принесла. Ну, у меня там склад наверху. Куртки зимние. В общем, это самое. Сейчас села передохнуть. И знаете, еще такое, да, пришла ко мне тут женщина недавно. Это я так поближе, поближе, чтобы слышно было. Микрофона же у меня нет, как всегда. Пришла ко мне женщина, значит, на днях и спрашивает про работу, ну, ищет себе место работы. Ну, такая, ну, лет под 70, наверное, может быть, даже 70. Ну, хорошо такая выглядит, хорошо одета, причесана, все как бы это самое. Вот. И, значит, говорит, что тут недалеко открылся какой-то магазин, значит, типа белья. И она пошла туда устраиваться. Но там платят всего лишь за, значит, сейчас скажу, 6 за 7 часов 20 евро. 20 евро чистыми, ну, может быть, без трудоустройства. Хотя сейчас это очень как бы. Ну, в общем, у нас очень следят за этим. Обязательно должны быть все трудоустроены. Вот. И, значит, 20 евро в день. И приходит и говорит: скажите, а вот это нормально 20 евро, но ведь как-то очень мало, столько часов, это же ведь на дорогу надо же еще приехать, надо же еще самое. Ну, то есть хочется, если ты уже поехал на работу, то, значит, ну, как бы подзаработать же хочется. Вот, ну, это, ну, короче, поговорили мы на эту тему. Значит, а вам не требуется продавец? Я говорю, нет, я говорю, не требуется. Сейчас в наши времена, когда, говорю, все боксы, вон, все люди закрываются, многие банкроты, то и сейчас еще взять продавца, чтобы платить все налоги, чтобы социальный пакет, это, короче, это, ну, это просто, не знаю, не, в общем, мне не по карману это. Вот. И говорю, нет, не требуется. Она, ну, возьмите все-таки мой номер телефона, ну, вдруг когда-нибудь. Ну, я говорю, хорошо, вот я тут записала, значит, ее номер телефона. Думаю, почему нет? Потому что, ну, действительно, в жизни всякое бывает. Вот. Но у меня что-то так, это немножко эта женщина как-то, ну, как она внешне-то красивая, все, но вот для работы у меня немножко так это, сомнения какие-то были. Значит, вдруг сегодня приходит она обратно. Приходит обратно. И это самое. А у вас один магазин? Или еще это? Ну, в принципе, я ей не сказала, что я работодатель, что это мой магазин. Говорит, один магазин? Или, говорит, еще? Я говорю, ну, были еще, а сейчас, ну, как бы пандемия и все остальное, то, что очень сложные времена. И, значит, какие были магазины, те, ну, закрылись, в общем, закрылись. И остался один, вот этот один магазин. Вот. И мальчишки наши гуляют, видимо, работы нет. Привет, мальчишки, наверное, смотрите втихаря. Это мужчины, которые здесь работают, они тут гуляют все по коридору, я смотрю. Вот. И, значит, она это, ну, то есть она очень хочет ко мне на работу. Все ей нравится, и, видимо, как бы не так далеко ей сюда ехать, и это, как бы о зарплате мы поговорили, что зарплата, и товар, в общем, все. Сама она работала когда-то на рынке, на КДК рынке. Ну, там тогда все продавали, конечно, там тогда огромные зарплаты были и все такое. А потом, значит, она работала, овощи продавала. Тоже говорит, что очень хорошо платили, хороший за выход, и плюс проценты, в общем, хорошие были продажи. Все, в общем, получала она очень хорошо. Как мой муж сказал, что у него такой зарплаты нету, как она получает. Получала. Вот. И потом у нее, значит, случилась травма, и после травмы, значит, ну, она не может больше эти ящики таскать, сами понимаете, овощи, все это самое. Вот. И, значит, это...
Вот, ну, сейчас она восстановилась, уже более-менее себя хорошо чувствует, и хочет, что-то везде шумит так, и хочет, значит, ну, подыскать себе работу. Но, к чему это все? Но главное дело, у меня стоит женщина, покупает трусы, купила трусы, оплачивает, все, я упаковываю, а она вот это мне вот рассказывать стоит. И вдруг, значит, эта женщина спрашивает, ну, которая покупает у меня трусы, говорит, что я хотела бы этот... Полу, ну, свитерок себе, вот. Ну, я говорю, ну, вот что-то тут висит, значит, как бы сейчас еще тепло на улице, люди не особо покупают эти свитерки. Я говорю, я не помню, сейчас какие там размеры есть, а сама стою это упаковываю. Говорю, ну, посмотрите. Эта женщина подходит, смотрит эти свитера, а та, которая пришла устраиваться, она такая, значит, ой, ну что вы, вот пойдите туда-то, называет место, значит, вот там-то за 12 евро можно купить, вот там это. Меня просто... Я ей говорю, слушайте, это, ну, та другая как-то ухом не особо не повела, это самое, заплатила, и говорит, я там... Ну, нет, она сказала, что она там была, вроде там ничего такого нету, и ушла. А это стоит, значит, я говорю, слушайте, что вы делаете? Говорю, вы пришли сюда устраиваться на работу, и тут же мне перебиваете это самое торговлю. И так торговли нету, я еще не успела даже с той женщиной поработать по поводу свитеров, ну, поговорить, посмотреть, потому что я-то упаковываю, я беру деньги, я на терминале это самое, вот. А сейчас, ну, человек пройдет, и думаю, покажу ей какой-нибудь свитерок. Вот. И она мне, в общем, перебила всю торговлю. Естественно, короче, я, в общем-то, можно сказать, нахамила. Вот. Ну вот как вы считаете? Стоит? Нет, конечно, может быть, она необдуманно сделала, но мне-то... То есть она приходит сюда устраиваться на работу и тут же мне перебивает торговлю, что говорит, там где-то дешевле. Как? Ну ты же должна понимать, если ты хочешь, говорит, там 20 евро тебе мало, ты хочешь хорошую зарплату, тогда, значит, и должен быть товар был достаточно, ну, как сказать, дорогой или дороже, по крайней мере, потому что аренда, этот коммунал растет, и за уборку, за то, за все, за электричество, в общем, за все надо платить, за вывоз мусора, ну, за все, за утилизацию, как говорится, этого мусора, буквально за все надо платить. Вот. Товар надо... Мало того, что ты покупаешь просто товар, если даже ты привозишь, ну, сам едешь туда, это, как говорится, и командировка, и там надо выбрать, и там надо как-то питаться, тоже это надо все оплатить. Ты же не будешь голодный, ну, там, 3 дня в командировке в этой. Вот. То есть, в общем, сегодня, видимо, люди это самое хотят... К чему все? Вот человек хочет хорошую зарплату, хорошее место, чтобы было тепло, чтобы был свет, чтобы было, как говорится, ну, удобно было. Хотят скидки, чтобы если ты работаешь, то есть если он работает, человек у тебя, хотят новый товар, выбирают самое лучшее, как правило, самое лучшее, и хотят очень хорошие скидки. Ну, то есть, да, но для того, чтобы... тебе самой получить эту скидку, надо продавать по хорошей цене товар. Вот. В общем, вот такая вот сегодня это самое. Такой сегодня у меня день. Еще вот села посидеть. Куртки там еще у меня зимние в корзинке надо вывесить. В общем, надо что-то перевесить, надо что-то переделать. В общем, такая это самое. Вот такая вот пятница. Кстати, сегодня покупателей нету. Ну вот сейчас жакет купили, потом это наша Верочка. Мужа недавно похоронила. Очень как-то похудела она. Сына у них... Ну, в общем, там сыну очень молодой умер. Детей больше нету, она одна осталась. Вот такая, ну, добрая женщина. Вот. Помогает ей один мужчина из театральных кругов, так сказать. Вот. Он вместе с сыном учился, и когда сын умер, то вот он сказал, что он доведет их до конца. Но вот отец умер, осталась Верочка одна. Вот такая вот. Вот такие вот дела. В общем, здесь... Ой, я вам как-нибудь начну рассказывать все эти истории, которые мне тут рассказывают. Вот. Ну, сегодня просто скажу такую, как бы, тему. Вот сказала... Ведь кто-нибудь уже, пока я соберусь записать, уже кто-нибудь запишет. Как выйти замуж за иностранца? Стоит ли выходить замуж за иностранца? Вот. Ну, в общем, ладно, продолжу я работу. Кстати, записалась в парикмахерскую. Чуть-чуть подстригусь, пойду, подправлю свои эти космы.
подстригусь, потом покрашусь. Буду скоро красивая. Ладно, девчонки. Все, наверное, на сегодня. Пока-пока. И мальчишки тоже. Потому что мальчишек опять смотрят почти 50%. Мальчишки не извиняют мне. Все, пока.